Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Главное, без нарушений. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, все хорошо тут было сделано, но не удар. Совсем он у него не получился. Выгодный был момент, чтобы забить, но сделать этого не удалось. Для соперника это тревожный звоночек. Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Главное, без нарушений. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, все хорошо тут было сделано, но не удар. Совсем он у него не получился. Выгодный был момент, чтобы забить, но сделать этого не удалось. Для соперника это тревожный звоночек. Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Главное, без нарушений. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, все хорошо тут было сделано, но не удар. Совсем он у него не получился. Выгодный был момент, чтобы забить, но сделать этого не удалось. Для соперника это тревожный звоночек. Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Главное, без нарушений. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, все хорошо тут было сделано, но не удар. Совсем он у него не получился. Выгодный был момент, чтобы забить, но сделать этого не удалось. Для соперника это тревожный звоночек. Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Спасибо, Георгий. Очень надеюсь, что игроки сегодня в хорошем настроении и покажут свою лучшую игру. Главное, без нарушений. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Ну, все хорошо тут было сделано, но не удар. Совсем он у него не получился. Выгодный был момент, чтобы забить, но сделать этого не удалось. Для соперника это тревожный звоночек. Сегодня два комментатора будут работать для вас на этом матче. Я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Даже не сомневаюсь, что нас ждет от...